Жилище – это 30% человеческого счастья, сказал замечательный зодчий Алексей Щусев, приехав после войны в свой родной Кишинев. Щусев смело и интересно решал план развития молдавской столицы. Он учитывал сейсмические особенности местности и прекрасные свойства здешних строительных материалов. И молдаване решили взяться за Котелец, сахарный камень. Его добывали на старых разработках. Камень удивительный. Его можно пилить, как пилят древесину. На воздухе он закаляется и отвердевает. Но что камень? Люди здесь были потверже камня. Они говорили, из какого-то особого материала скроены. Вот почему при сильной нехватке техники и строителей быстро удалось решить почти все, о чем мечталось. Я проезжал по улицам Кишинева, вспоминал Леонид Ильич Брежнев. Мне казалось, что это совсем другой город. Не тот, где мне когда-то довелось работать. Вспоминались картины 50-х годов, когда не были убраны еще развалины, строились лишь первые многоэтажные дома. А в лощине копали нынешнее Комсомольское озеро. В жарком душном Кишиневе озеро было построено по инициативе Леонида Ильича Брежнева.